Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить на ужин с вами что-то необычное. Картошка, котлеты, щука, это все понятно. Но сегодня мы с вами приготовим бубул лося. Мы очень любим это блюдо. И давайте с вами его приготовим. Для этого нам нужно, конечно же, два лося. Вот. Нижняя часть и верхняя. Ну, а также можно язык. Перед тем, как мы будем его готовить, нам нужно его обсмолить. Обсмолить его полностью от меха, чтобы не было ничего. Ну, в принципе, сейчас мы этим и займемся. Сначала смалим, потом разбираем, смотрим, что получается у нас дальше. Погнали! Его обсмолили, полностью нижнюю челюсть, верхнюю. Единственный главный аспект для тех, кто с этим будет сталкиваться впервые, обязательно губу носа надо разрезать, потому что внутри растет волос, и если, соответственно, вы будете готовить, не обсмолив его внутри ноздри, то, соответственно, вы будете кушать с волосами. Поэтому мы разрезаем ее вдоль, саму сапожку, и внутри тоже обсмолен, поэтому получается внутри тоже чисто. Сейчас мы несем это все в канечки, пусть она моет и готовит. Ну, а мы будем ей помогать. Ну вот, наша хозяюшка помыла губу лося, начинаем ее закладывать в емкость. Обжариваем лучок до легкой-легкой золотистой корочки. Лучок подготовили, но теперь начинаем готовить губу. Губа у нас нарезана мелкими дольками. Отправляем ее в сковородку. Губа практически поджарилась. Видите, уже аппетитная. Но добавляем теперь ингредиенты. Добавляем сюда теперь обжаренный лучок. Не забываем посолить. Кружки разводим в сметану с водой. 50% сметаны, 50% воды. И теперь сметанку выливаем сюда. 10 минут тушим, и блюдо готово. Обязательно посыпем немножко чесночком для приятного вкуса. Блюдо готово, можно выключать и немножко остудить. Приятного аппетита!